Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу программу, через которую вы можете сканировать QR-коды. Называется она Scan. Просто в Google Play вбивайте Scan. Давайте вот сейчас попробуем. Это упаковка от микрофона. Он сразу предлагает воспользоваться браузером. Давайте воспользуемся. О, Стив Джобс. Иди нафиг. Ну ладно. Вот, все правильно. АТР-3350, это мой микрофон, стоит $18. Это 600 рублей, но я его почему-то за 1500 в Москве покупал. Видать, нас серьезно обманывают. Приложение это можно найти в Play Market, даже, скорее всего, в Apple Store. Ссылку я давать не буду, потому что их в Google Play и Apple Store, в App Store, простите, очень много, они разные, есть еще Kaiva, Reader. Ну, короче, их очень много. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой Instagram, в нашу группу ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока.